Так, ну что, начинается у нас видосик зарубы стримеров, да, вместе или за, или против, разницы нет, главное, чтобы был контент, ребятки. Главное, чтобы был контент. Идиот, я вижу, идиот, Амал. Амал, идиот, сюда. Приветствуем. Приветствуем топ-игрока. В прошлом много каточек с ним сидели, играли. Рандомит, ой-ой-ой. Что там получилось? СФ, ну по пику дисбаланс, конечно. Жизнь дисбаланс. Да, жестко. Ну, гоу. Клеенчики, она клеенчики. Цукс саппорт. Че, может, МБ дузу тогда даешь? Я хоть на коре тогда подышу. Давайте, свап 2. Давайте все-таки как-то уравняем шансы. Амали СФ попал. На СФ и парень будет плеить. Давайте хотя бы Гаргону дузу еще возьмем. Вот так сделаем. Погнали, все, гоу. Погнали. Салам, Сташа, здорово. Вов я не играл, Вов никогда. World of Tanks, ну, Вов играл World of Warcraft, а World of Tanks нет, не играл. Нормально ему по рандому выпало, по кайфу. Я бы тоже на СФ хотел бы. Если умеешь, играй. Ще по кайфу. Ще по кайфу. Я бы кайфанул, если честно, на СФ сейчас. Ну, по кайфу, одобряю, одобряю. Хороший рандом. Там еще, ну там, кстати, пик такой, да? Баланчить ям, там танк есть, есть два цапа хороших. Но у нас тоже хорошие эти герои. Ну, посмотрим, заруба будет интересная. Не забудьте, парни, лайк поставить. Амалю от души респект. Амалю по кайфу. Все никак не получалось у меня с ним сыграть. То постоянно или Warcraft ломается, или еще что-нибудь. Так, под души. От души. Думал, кор попадется. Брат, мне тоже кор попался. Кор попадется, думает. Сразу тычечку даешь. Оп. Рощби. Душим в наглую прям змеей. Закидываем змею. В СФа прям змею закидывай. Чтобы СФу было прям неповадно. О, этого не доконтрю. Не доконтрю. Оп, доконтрили. Хорошо, отходит за тангусом. Отходит за тангусом. Ну, каелы пошли в размен. Нормально. Хорошо, каелы. Надо стечочки взять. Тангусик, мангусик, все дела берем и погнали. Медуза и Black Hole. Но Black Hole, да, хорошая вещь. Посмотрим, как будем позиционироваться. Очень много крипов у меня копится. Это, кстати, плохо. Это плохо. Но Койлом у него есть возможность подфармить. Да, вообще по кайфу. В принципе, душу он уже набрал. Душу уже набрал. Так, две хилки есть на размен. Главное про лост хитить. О, фри крипа сейчас бы не добить. Там у него хорошо, сейчас этого крипа добиваем. Будет отлично. О, не достал, бывает. 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 Батлыга есть, можно поесть. Сапожок сейчас поднабьем, гол, на рун сходим. Ускар с ульта убивает героя, если на нем ульт шамана демона. Нет, я ж показывал видосы. Там работает несколько иначе. Там работает несколько иначе, кстати. Донаты отключены. Нет, да, кстати, надо этот. Надо отключить этот музыку. Надо музыку отключить. Не мешай. Не мешай. Слот. О, сек. Сек. Я сейчас отключу. Так, ты там закинул, да? Давай, хулиган, я после этой, типа, на трек включу. Дай ее, это сейчас посмотрим. Интересная катка ребятам, чтобы все что потом посмотреть. Отключу медиа. Давай, хулиган, на next, кстати, захожу. Г. Сорт. Let's go.
Sorry. Sorry, хулиганчик, ну на некстик, брат. На некстик, дорогой. Оп, хорош. И главное, в крипинге не прогуляю. У меня типа 10 крипов, типа, это очень мало. Я постоянно аптаварок суицидю. Все плохо. Все плохо. Так, сапожок имеем. Хорошо. Ля, я с этим сворачиванием так и не подстакал. Это печаль. С сворачиванием не подстакал. Это плохо. Большой минус. Ща, когда магню. Хорошо. Начинает наглеть, понимает, что может сейчас пятый левел. Хилочек нет, брат, нет. Давай подеремся. Хитрюга. Так, ну этих крипов он прогуливает в любом случае. Хорошо. Заруба прям у нас тут такая, серьезненькая. Приветствую. Приветствую. Заруба серьезненькая. Прогулял он на самом деле сейчас минуту свою времени. А, промах еще. Осуждаю. Осуждаю за такие промахи. Максималити. Максималити осуждалите. Спасибо за подписку. Ну, отправляет меня на базу. Я на Б схожу. Я бы просил я максимально. Пойдет, пока режемся, зарубаемся. Слишком много расходников трачу. У них нет вардов, классика. А ты не подсказывай. Что есть у них, что нету, ты шо. Такой кайф на самом деле сейчас был бы поиграть на SF, мне вообще удовольствие получил бы. Так, дефолтный тайминг я не отрабатываю, да? А это не с лоу-птсником на меду стоять, в принципе. Как говорится. Это не с лоу-птсниками на меду. Челлендж мой сделаешь? Какой челлендж? Что за челлендж ты мне хочешь там впарить? Что за челленги, друг мой? Что за челленги? Нормально тогда магнуло. Оп, хорош. Ну, они с руну пойдет, да? Фазы надо сделать. Долго фазы фармлим. Жесть просто. SF должен свое в любом случае брать, потому что SF это вообще настолько лютый фермер. Он просто задувать будет по КД. Возможно, даже с Харасом меня будет задувать. ГГ. Где был вчера? Я отдыхал вчера. Где еще я мог быть? Хорошо. Где еще мог быть, друг мой? Где еще мог быть? Будет держать меня сейчас на дальнем Кайле. Не, подфармит тупо и все. Insufficient mana. Все, я в расходниках сейчас рассядусь нормально. Ботл делает свои вещи. Ботл свои вещи делает. Хорошо. Хоть заесть можно поесть. Почему он не в него прыгнул, интересно знать. Где там фейзы мои? Ну, да магнет, но типа, а толку? Толку. Первый дот, бывает второй иногда. Стримлю. Бывает. Вот так, сделаем. Гусик. Второй бывает, подстримливаю.
Но вторая в основном ночью. Дота идет. В основном вторая дота ночью. Хорошо. Вторая дота ночью. Что на топе там? Фермерство, да? Ой, сэф на хосте наниз. Такое себе. Повезло же на хосту, да? Хорошо. Ой, какой Black Hole! Вот это просто на вставочку! Black Hole на вставочку, проверяй! Black Hole на вставочку. Тупо лютейший. Лютейшие Black Hole на вставочку. Так. Так вот делаем, возвращаемся на центральную. Хорошо, приняли пацанов. В доте Bloodstone собирают. Да, раньше, по-моему, где работаешь? В магазине работаю я. Бизнеса своего нет. Бизнеса своего нету. Да чё вы реюзаете, парни? Я и так, как бы тут, фермер. Мамкин фермер. О, нормально отскочило. Эти у меня мои кнопки. Хорош. Хорошо. Отлично, бит. Пойдет бит. Нормально так без кнопки, да? Нормально кайлы без кнопки залетают. Что там по руне? Сходим. О, отлично, реген. Прекрасно просто. Раскачиваем первый. Жалко, что я себе не стакаю. Типа я тут слежу просто сейчас по карте, если СФ выходит в ганг, он толкает мид. Нет, Лигу Легенд не играл. Он толкает мид и идет, занимается своими делами. Стандартная. Стандартная игра СФ. Стандартная игра СФ. Стандартная СФ игра. Толкнул. Фармишь, я тоже так делаю. Толкнул, фармишь. Сейчас на этот раз успеем отбежать, да? Хорошо. Хорошо. Каперони. Не знаю, брат, у меня на Next заказик есть. Ты, конечно, не обижайся, но у меня на Next есть заказик. Заказ героя. На эту катку просто Амаль зашел, но не хочется на Риксаре бегать. Честно, ты, конечно, извини. Конечно, извини, но на Риксаре бегать в такой катке, ну, как не очень хочется. На рандомчике сделали. Как повезет, так повезет. В принципе, у меня 50 крипов. Это нормально. Нормально. О, сейчас когда магнет. У-у-у, почти таверна. Почти таверна. Ну, ВДшечка пришел. ВДшечка пришел. Отсочку надевайте. Сочку надевайте. Хорошо. Привет, как ты? Здорово, нормально. Пойдет по чуть. Хилимся, живем. Что еще надо? На Риксаре. Да, у меня на Некс на Риксаре катка. На Некс на Риксаре. На Некс на Риксаре. Жалко, Траксы в команду не выпало. Вообще имба была бы. О, монета ждет нас. Манга. Хорошо. Химика кто контрит? Аппарат. Ты же второй раз спрашиваешь, брат. Ну ты шо? Ты шо? Он задувкой кинул. Пошел. Дальше гулять. Правильно делает. Хорошо, я тоже всех четверых забираю, еще подстакивать будем. В лейтгейме, мне кажется, у нас шансов больше. СФу сейчас суетиться надо. Я не пойду, наверное, на топ, да? СФ пойдет, пойду. И остальные ребята, наверное, справятся.
Сколько в городе средний ЗП? 25 где-то, брат. Где-то 25. Средняя ЗПшечка. Глифенского нету, это плохо. Вот так сделаем. 25 где-то средняя ЗП. Отлично. Горганизмы, так сказать, работают. Что Ланая, что медуза жирные. Ну, Ланая за счет рефрекшена что-то может делать. За счет рефрекшена. Ля там на топе шизодайвы. Круто было бы туда пойти. Ловкач, значит, бабочка, безусловно. Хорошо. Так, ну у меня есть кнопочка, да? Хорошо. СФ, наверное, лотар делать будет, я так чувствую. Блин, не знаю, герой не бил. Ладно. Да, СФ лотар, да? А я так и сказал, что СФ будет делать лотар. Там трипл сделает спокойно, я думаю. Тебя не хватило. Я откуда знал, что СФ лотар, чувак? Я Т-шку сломаю ему. Т-шку сломаю и поехала. Эй, резче. Хорошо. Погнали. Топ минус. Там 12 левел у меня, 11. Он за счет фрагов сейчас. Все, от ТП-шек будем плеять, все. Погнали. Гарганизация. Почти как гальванизация, только как гарганизация. Печальные тайминги на самом деле фарма. Ну, как говорится, привыкаешь к хорошему быстро. Вынужден попотеть. Что там дальше работаете, да, пацаны? А надо вместе тут. Сейчас я Яшу хотя бы еще сделаю. Яшка. Погнали. Гаргона пока разгонится, уже уписаешься. Что там нет, так нет, колесо. Ведущая на свадьбу уже выбрал. Нет, ведущего не будет. Переживаю за это дело. Ведущего не будет. Я без ведущих. Пермамент или энчантер с риксаровского кабана. Перманит. А, переманит, да, перманит. Я думаю, какой пермамент? Какой пермамент? Какой перманит? Ребята на меду, да, работают. Все, есть. Отлично. Все, можно работать с пацанами по товарам идти. Основной айтем билд есть. Так, меня не надо, плюс. Оп. Хорош. Let's go. Яшка имеется. А, реюзает, пацаны. Красава. Красава. Ну, Сэншей подняли. На эсэфе бегает там Аль. Го. Надо с энтри по товарам ходить, они нам ничего не сделают. Спокойно можно душить их сейчас. Вон он и сейв, да?
Ну, это свинюки ГГ. Да не надо его трогать, он страшный. О, понимаю. Сейчас мне надо уходить, потому что сейчас ульта будет у Сефа. Можно теперь подраться. Хорошо. Мои сапы работают. Ох, как его сейчас шандарахнет. А есть детекшн на Юсефа? То есть вы вот так деретесь, типа, но на него детекшна не хватает. Типа в инвиз уходит и все. Ой, да ладно. Хорош. Задушили таки. Так, ну золотишко прет, ребят. Сейчас скади сделаем нормально. Что с визой случилось, знаешь? Я не знаю, брат, в Айкапе там какие-то траблы. Траблы с оплачиванием всех услуг. Капсы, например, вот это все сейчас проблемы какие-то. Проблемы. Хорошо. В принципе, пока фарм идет. 3к есть, можно поесть. Сейчас еще в эншентов нырнем, там дабл стак. Фарм идет, работа. Фарм идет. Дагер есть, отлично. Ждем Black Hole. Black Hole и go. А, nice стаки, говорит Азерс. Стаки есть, говорит. Осудительно, получается. Осудительно. Плотняемся. Аркадий, how old are you? I'm 27 years old. О, вы из Англии? Давайте, напишите кто-нибудь из чата, плиз. Так не хватает. 70 секунд. Вардинги есть. Давайте на низу зачистим. Не в шутку, пожалуйста, можешь сказать, Нурай. Нурай, принеси, пожалуйста, квас. Ну что за дела? Пить хочется. Что за хрень? Пить хочется. О, жесть. Это плохо, надо уваливать отсюда. СФ там еще сейчас будет, братец. Ты что, думаешь, что так просто? Там весь гей-парад. МП нет. Но, в принципе, если я сейчас кину змееныша хорошего, то МПшка будет. Если змееныша хорошего кину. Не, плохого змееныша кину. МПшки нету вообще. Ну, 20 секунд, АБХ. Стангазы нету. Так, реюз, хорошо. СФ сбоку заходит. Сбоку заходи, да? Я тут нельзя подходить, подставляться. Опасно. Хорошо, змея пошла. Найс, скриповся, отлично. Ну вот это что такое, брат? Ну, руин называется, да? Вообще, мне надо фармить идти. С вами тупо бестолково тут стоять, АФК это не нужно. Мне 1200 скайди. Чем раньше скайди сделаю, тем раньше пойдем заканчивать. Они там ничего не смогут сделать. На СФ законтрим, и все, до свидания. Че паритесь? На дефе стоять не надо мне. Good morning. А, что-то тича. Я помню, тичер. Учитель. Не течес, а тичер. Почти скади есть. Can чуть-чуть speak. I can чуть-чуть speak English. Есть. Of course. Говорится, есть of course. Хорош, гуа. Нет. А будем так. Орбу выложили, хорошо, подняли. Скади чуть. На миду надо дефнуть. Там сейчас по-любому SF будет ломать. Мид деф. 500. Скади. Сентри. Сентри и гуе. Брат, дай мне доколотить скадуи. Хорошо. 200. Топ толкну. Его. Why do you like the first one and not the second one? Найс, nice, понятно все. First one, not second one. I understand, my friend. Let's go.
And I will start the next game. Там CU собрал он, да? В лес пойдет. Есть дасты? О, осуждаю. GG, пацаны. Так, ну скади есть, погнали. Скади есть. Печалька. Все, го. Поехала. Туда, в наглую. Залетаем, я просто залетаю с двух ног чисто и выношу всех вперед ногами. Цани, ушли, да, все? Вниз, деф. Хорошо, есть ТП. А ТСФ Авижен, если даете, катку выигрываем. Что с Акапом? Что-то не так, что ли? Да вроде норм. Буэнос диос, амигос. Начес. Погнали. Буэнос айдиос. Хорош. Погнали. Я танчу, типа. Тут надо смело цеплять всех. ВД, не ВД, я всех цепляю. А ушел на ТП-эйджи. В центре есть? В центре есть, погнали. Смело тэшки, работаем и все. Че, они Т2 пошли, да? Ну нету ТП-шки. Ну правильно делают, расплечивают. Правильно делают. Мы Т2 сломаем, прилетим. Они в драке слабее сейчас, по-любе. Сикап какой стороны? По-моему, сикап это окраина. Насколько я знаю. Ля, какой хороший шекер. Нету тэпа, братец. Здравствуй, как ваши успехи? Пойдет пока. Хилимся, живем. Пойдет. Остап убыл. Был. Был Т2 можно в миду. Еще арбульку гу. Есть. Пару ТПшечек. Can you play versus the Baltazar? I can. But Baltazar is not streaming. I don't know where is Baltazar. He upload videos on channel, but not streaming. Maybe he streaming not on YouTube, my friend. I don't know where he is streaming. He is streaming. Во, пацани. Атэшку ломаю смело. АТП ее реюзнули, да? А ну давайте манту сделаем. Маента есть. Хорошо, свинья пришла. У меня стангазе в 18 секунд. Сентри, го, сентри. И все, не боитесь. Я все сделаю за вас. Что боитесь? Такое. Я подходить не хочу такую драку. Вот, ну, позиционку стянитесь в мид. В мид стянитесь. Возьмите тут позиционку. Пусть сами выходят. Че вы по лесам шныряете? Не шныряйте, встаньте вместе с энтри, и все, и поехало. Че вы паритесь? Зачем вот эта лишняя суета вот здесь? Ну зачем вот это вот, я не понимаю. Это ужас какой-то. Это лишняя суета, я считаю. Парни зря там позиционку держат. Аля, я не могу бить из-за касок. Каски все в меня летят. Хорош. Ломаем далее. По-моему, тут легко. У Сефа ульта нету, все, он там замерз еще. Нормально. Ломаем просто все. Сейчас низ. Ладно, сломаем мид и еще вниз пойдем.
Да, команда-то в целом хорошо отыграла. Команда в целом. Хорошо. Ломай крипев. Сюда. Я ненавижу, когда вот так в играх пишут. А где он? А что-то не почувствовали. Вообще максимально не респектую эту тему. Вообще максимально. Я вчера также играл VS Отика. У Отика команда отлично сыграла. И мы проиграли эту игру все равно. Как бы там, ну не знаю, там максимально плохая катка была. И столько срача у Отика там было. Отик хотя бы нормально на это отреагировал. Говорит, пацаны, да ладно вам, типа, ну типа, катка есть катка, ну не удалось там, может там выиграли, проиграли. Типа не суть, не надо срать никогда. Никогда не пишите пакости. Типа, ну, в любом случае, тот уровень, который там имеет тот или иной игрок, которого вы там пытаетесь оскорбить, он в любом случае, типа, ну, получше будет. То есть, если это касаемо каких-то стримеров и тому подобное. Максимально осуждаю за высказывание, типа, там, вот это, типа, где он, а чё он и почему. Серьезно. Скади, Мом, как Орба. Они, Скади это Орб, а Маднес это тоже Орб. Но они, типа, стакаются. Все нормально работает. Казалось бы, да, типа. Вот, топ. Казалось бы, не должно работать, но работает. Казалось бы, не должно работать. Давайте на базу слетаем. Так, СФ без ульты. Хорошо. Максимально это осуждаю. Дазл с Лотаром, видели? На канале есть видос. Бро, против самых топовых танков какого сапа предпочитаешь пикнуть? Феню или Энигму? Так как обоих третий спел снимает по процентам. Да, в принципе, ну, Энигма офигенно заходит, безусловно. Энигма прям пушка. А так не знаю по теме. По теме не знаю. Неужели я его отпущу? Вот этого наперед отойду. Ля, не замерз. Но этот ГГМ, он не уйдет уже никуда. Хорош. Даст и КД. 2 секунды, 2, 1, 0. Все, вижу Дасла. Дасла вижу. Стой. Отстой ты. Да господи. А, ну это бред. Я, кстати, умер, скорее всего, тут. ГГ. Я тут умер. Нет, пожалуйста, одна тычка. Хорош. Жесть. Еще и выжил. Но он настолько занаглел, что хз. Ля, он еще и за мной бежит. Вообще подсмелел. Ты что? Да нафиг вас, я на ТП. Ты знал, что если спросить наличие Are you... Помет, ты счастлив? Не, Are you fine вообще-то, типа, счастье? Скажи мне, можно увидеть колдаун магии на экране? Alt нажимаешь и на способность. Кристина, она дома? Сейчас. Дома. Дома. Куда ты взял? С чего ты взял, что вы Вендранка с МХ? У нее 7-7, чел с МХ, ты серьезно? Тут больше подойдет, если скажут, Хиназис с МХ играет. Потому что у меня хотя бы 7-0. Хотя бы. Хотя бы. О, Равшана. Синий догон у него. Там СФ Скади уже сделал. Надо от СФ что-то сделать, сейчас дамагу какую-то. Я возьму. Покажешь через альт. А Егис покажет через альт? Нет. Нет, Аегис так не показывает.
Давай, цепляй, цепляй. Тут нельзя отпускать такие ситуации. Дальше. Он нам там СФ топ ломает. Добиваем Рошана и уходим. Сегодня узнал, что от трека БХ можно ить бабки. Лол, ты чё, я это в гайде еще рассказывал. Ты серьезно? Я еще в гайде на БХ это рассказывал. У меня нет ТПшки, парни, дефните. Хорошо. Нет ТПшки. Как стакается скади плюс первый скилл антимага? Никак, к сожалению. Хорош. Как раз то, что нужно. Так, 400. Хорошо. Вот топчик, парни. Так, 200 золотых, да? Чекни ВР-ку на МХ. Ну, я после катки чекну, но, типа, это не быстро делается. У меня парень это чекает. А софт. За ним так бегать будем. Надо ТП брать, просто идти ломать и все. Он будет сплит-пушить, это топ ТБшная привычка. Я всегда так делаю, когда команда ничего не делает. Все, ломаем, бабочка есть, погнали. Даже не спрашивайте, почему бабочка, потому что бабочка на фасткатку. Да, детекшена нету. Понимаю. У него ТП есть, он сейчас может сюда прийти. Ну, не знаю, втроем на пятерых. Не-не-не-не, отойти. Отойти. Он ВДшка стоит еще в кустах. Скади на антимага. Да, если ты не раскачаешь орбу. Ну, типа, Бёрн. Если ты не раскачиваешь на антимейджи. И, короче, собираешь скади, а потом вкачиваешь, то это может, ну, прокатить. То есть это 83-я карта, на 83-й карте такая механика. Ля. Заходим. Заходим и ломаем просто. У меня стангейс нажал уже. А чё за астралы, я думаю, чё за хрень? А можно там крест как бы на СФ, осуждаю. Сейчас с дазлом. Сейчас с дазлом. Хорошо. Тактически чисто командно выигранная игра, я хз. А можно, пожалуйста, пройти? Как же это дуза кошмарит, это жесть. Я ломаю и отхожу. Стангазе сейчас будет, да? Да сколько там еще? СФ в инвизе. Хорош. Свинюка. С БМом, брат. Чи нет? С БМом чи нет? Тервала разбираем. Хорошо. Все, let's go на руну. Бабочка хорошо стакается, но больше 3 разницы же не будет. Но типа, тут такой смысл.
Бабочка делается на фасткатку всегда. Если вы затянете, SF сделает МКБ и GGVP. Прога, чтобы чекнуть МХ, нужна специальная. Да нет, вроде. Зачем? Зачем специальная прога, чтобы чекать софт? Все, let's go. Стоит собрать Дузи Бластон, Октарин Скади и превратиться в бешеного танка. Да, я хочу сделать Октарин здесь. Типа Октарин, чем прикольно, это откил с первого спелла, это really круто. Спасибо, ребят, всем, кто смотрит от души. Прожмите лайк, please. Кому не сложно. Если кому-то сложно, можете не прожимать. Если кому-то далеко тянуться. Если кому-то далеко тянуться, то... Вы зашли? Пошли. Я просто со сплэша убиваю. Я просто не трогаю чувака, он со сплэша умирает. Так, дайте отойти. У меня кошмарит. Он две курочки, видели? Нормальная тема. GG. Энигма хоть одним блэкхолом сегодня попадет, чи да. Ужас. Нормальная катка получилась. Но саппорты многое сделали. Там сапы чуть попассивнее были. GG. GG. Задушено. Но хорош, все равно, он отлично мид отстоял, я считаю. Я его, конечно, тоже не слил, но по крипингу, по фарму он вроде лучше сыграл. Лучше. Хорош. Да, неплохо. Неплохо. Что получается по крипам у нас? Где Амаль? Че он по крипам нафармил? Нейтрал 61 и крипстат 242 на 12. У меня 241. При этом... При том, что у меня нету, вернее, у СФа нету особо фарм спелла, то есть, ну, как бы первый, да? С первого я-то больше должен в любом случае выфармливать. Neutral kills у меня 51, у него 61. Ну, в принципе, одно и то же по крипингу, только по КДАшкам разница получилась. Вот такая катка. GG. Так, пацаны, знаете, что я хочу попросить? Давайте к Амалю зайдем. Прожмите лайк, плиз. Я сейчас зайду на его ченнел. Я на него подписан. Тоже подпишитесь, плиз. Вот чем мне нравится в Амале. Он максимально адекватный пацан. Рили. Чисто от души. Чисто от души, пацаны. Чисто, пацаны, от души. Зайдите, пожалуйста. Влепите лайк, парни. Let's go. Зайдите. Go. Зайдите, парни. Напишите ему лайк, плиз. Поставьте лайк. Чисто от души. Зайдите, парни, перейдите по ссылке. Чисто зайдите, парни. Напишите от Хена. Салам. Чисто на адекватности. Чисто от души. Кому не сложно, парни? А подожду, если будет, я зайду, если нет, то сами сыграем. Или кому-то зайдем. Есть. Все, вижу. Зайдем. Спасибо, пацаны, кто адекватный. Спасибо. Чем мне нравится в Амале, он хоть и не комментит, но он играет топ-тбхи. И плюс... Плюс, чем прикол, он адекватно ведет себя. Он не флеймит. Это вот это то, к чему нужно стремиться в целом. От души, ребят, спасибо за лайки. 420. 430. 430. Спасибо, ребят, вижу 250-60 человек перешло. 70 человек. От души. Чисто вот, рили, нужно, так и нужно, ребята, делать именно контент совместно. Вот я просто вижу, парни в чате. Вот по кайфу, вот что должны делать. Не должно быть там хейта, вот. Хена салам, вот от души чисто. Вот это вот и нужно делать. От души респект. А ты будешь, брат, играть или все? Сейчас еще одну, наверное, сыграем им. Спасибо, ребятки, от души, на понимание. Если этот,
От души. Сам, то я к другому стримеру зайду. От души. Так, ну что, let's go next тобой.